Ребят, всем привет, с вами Игнат. У меня для вас очередной сюрприз. Сегодня 23 ноября. Холод уже, наверное, зима совсем наступила. А я из Крыма. Я летом снял, я вам в октябре показал один ролик. А второй-то я тоже еще и на ноябрь снял. В общем, я тогда пришел, у меня было 3 ролика, как я шел до Алупки по нижней дороге Семииза. И вот назад я как раз хочу приберечь ролик, как я иду до Семииза на зиму. А именно 23 ноября я его опубликую, чтобы кусочек лета был у нас с вами, можно сказать, уже зимой. В общем, я тут, если вы помните этот ролик на этом пляже, на Алупкинском. Ну, я не знаю, какой это пляж, я его тогда назвал Алупкинским. И сейчас я подойду к морю, покажу вам море. И мы пойдем до Семииза пешком по Южнобережному шоссе, но там нам немножко надо будет пройти, но все равно пойдем. В общем, кусочек лета вам в ноябре. Вот вам, ребята, море из лета. Смотрите. И сейчас еще поставлю эту видеозапись со спарка, который я снимал тогда в августе. В общем, ребята, вот это здание я вам показывал на спарке. Сейчас я посмотрю, что это за здание. И с того ролика я вставлю маленький отрезочек, покажу, какие там номера. Эти номера, короче, они идут вдоль вот этого огромного здания, которое я вам на квадрокоптере показывал. Которое, видите, как избушка на курьих ножках. А это у нас санаторий Южнобережный. А, это санаторий. Я думал, это что-то связанное
Блин, я ошибался. В общем, я думал, что это что-то связано с вот этой антенной, с этой тарелкой. И думал, у меня уже такие предположения были, что он те такие, которые цветные, вниз идут здания, это просто на территории вот этого построено. Я думаю, это что-то, блин, производственное. Почему-то я думал, что это что-то связано с электричеством или со светом. А это, оказывается, санаторий южнобережный. А, ну вот там, вы же видели пирсы на пляже, это от этого санатория, походу. Вон буква Ю, Б, южнобережный санаторий, все сошлось. Да, я думал, что... Я вообще думал, что это какая-то электростанция или что-то такое. Потому что такое страшное здание, прям страшное. Вон какие-то узкие окна, ножки эти непонятные. А оказывается, это санаторий такой. О, ё-ш-моё. И поэтому теперь понятно, откуда там взялись волнорезы на пляже. А я уже хотел сказать, люди ходят по электростанции там или что это такое. И люди ходят, сдают жилье там. Эх, аферу не вскрыл. Не вскрыл я аферу. Черт подери. Вот этого, как выяснилось, санатория. Идем мы наверх, на Южнобережное шоссе. Там что-то строит. А, это вон те дома, которые в третьем ролике я показывал, шоу. Вот из чего дома строят? Вот эти желтые вот. Да, это все гостиничные дома, короче, тут достраивают. А вот это вот, что тут за замок такой? Я на машине-то ездил, видел его много раз. Ну вот все интересно, что за замок, что за замок? Ну, люди полезли, наверное, и мы сейчас полезем. Какой-то парк вверху, наверное. Короче, мы здесь. Какой-то замок. Сейчас вон дети понеслись, посмотрю, что там сверху. Вон, видите, как. Я думаю, что там гостевой дом чей-то тоже. Здрасте. 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 На Южнобережное шоссе вид. Это чей-то, наверное, там гостевой дом. Пойдем наверх, будем смотреть. Что мы теряем? Пустить не пустят, а выпустить-то выпустят. Куда денутся? Я всегда с собой паспорт беру на такие случаи, чтоб нигде не мурыжили, если не дай бог что. В общем, идем смотреть. Вон оттуда люди заходят. Видите, сколько тут прогулочных всяких тропинок. Гуляй не хочу. А скорее всего, ребята, знаете, что это? Это мне говорили, в Алупке где-то есть парк верхний для прогулок. Это никакой не санаторий. Это, наверное, этот парк и есть. Да, это, наверное, парк верхний, про который мне много раз писали в комментариях. Туалеты. Так что можно не бояться ни какой-то не санаторий. И ничто я не нарушаю. Смотрите, какой дворик. Я остановился водички попить. Тут на лавочке. Фу, жарко. В ноябре-то уже холодно, наверное, а в августе еще жарко. Вон там стоят бабульки, что-то очень живо обсуждают. А тут, смотрите, я увидел, какую скамейку крутую. Старинная, видите? Огромная. Здесь, наверное, бабульки садятся и начинают. А, вон, видите, тоже сидят подружки. Хорошо, что я пошел через этот парк. Тут вот этими лесенками мы быстрее, наверное, пойдем, что у меня по дороге. А, я хотел по другой дороге идти. Нет, надо нам туда идти. Идем прямо. Правда, вот он, городской парк написано. Вот отсюда тоже можно заходить. Верхний парк, как мне говорили. Эх, а я-то боялся. Думал, санаторий какой-то. Смотрите, вон. Инжирчик.
второй уже урожай зреет. Но к тому времени, когда выйдет ролик, его уже съедят, наверное. Недострой. Какой огромный недострой. Что это было бы интересно? Это, наверное, были бы квартиры, я так думаю. Или гостиница. Нет, гостиница, наверное, была бы огромная. Безголосая певица он орёт, горланит где-то. А я, ребята, уже представляю, вот, это же ноябрь месяц, и ролик-то у меня лежит не смонтированный, и как я его буду монтировать, и как мне будет приятно, и песня еще такая как раз в тему. Показать, смотрите. Сейчас я вам скажу, когда я снимаю. Сегодня, знаю точно, среда, и мне уже уезжать в понедельник, 8 августа сегодня. В общем, ролик ноябрьский, 23 ноября. Я вам зелень показываю, на самом деле снимаю его 8 августа. Вон, видите, тоже такая фигня, как на кошке мы видели заваленную. А тут стоит тоже вершина, это какая-то, наверное, считается. Цветочков вам, цветочков зимой. Тут, ребята, вон горы без проводов. Там я показывал вам провода были. Зато там такой закат. Сейчас я буду взлетать, ребят. Поднимусь на южнобережное, чтобы зимой нам побольше посмотреть море, так как я не у моря снимаю. Мы с воздуха посмотрим море. Смотрите, сколько там. Это же ежевика, по-моему. Сейчас подойдем, посмотрим. Конечно, что еще у дороги? Ежевика. Черную все обобрали. А красный вон сколько. Море. Я сейчас, когда шел сюда, если вы помните те ролики, я два снял и ушел домой в Семис, у меня батарейка села и уже темнело. И вот на следующий день я вернулся. Я сел попить водички. Как я зацепился об эту ежевику. Прям кожу все разодрал на руке. Не буду показывать. Вот какое красивое дерево, видите, у кого-то во дворе. А это что, тополь? Тополь, что ли, на южном берегу растет? О, пушистики, пушистики. Как их не хватает в ноябре. Они уже бедные. И они уже, бедные джеры, вон вянут, все пушистики эти. Вот так они круто смотрятся. У кого-то вон дачка. Такой зеленью покрыта. Смотрите, какой закат. Море нежно-розово-голубое. Смотрите, эта улица называется Южнобережный спуск. Люди как ухаживают за своим участком. Тут, ребят, смотрите, пошли эти желтые цветочки, которые по всему южному берегу растут, когда по южнобережному шоссе едешь. Вот, они везде, говорят, их корни укрепляют. Ну, это чтобы со скал не сыпалось.
и они растут, и корневая система якобы держит скальные породы. Севастополь 50 километров отсюда. А Ялта? Ой, смотрите, какое местечко. Машину тут ставить можно, наверное. Ялта 21. 21 отсюда. Мне казалось, 15 из Семииза. Ну ладно, поверим. Тут я зимой тоже шарился, вам это все показывал. Сейчас я отойду. Ой, на закате сейчас каких я вам красивых гор наснимаю. Сейчас я отойду. И вот эта запись. О, посмотрите, какой вид на кошку. И вот эта запись с парка будет лежать законсервированная. Прям до этого. Прям до ноября месяца. Я не буду ее использовать. Посмотрите, какая красота. Ну надо же. Все, я, пожалуй, здесь излечу. Не пойду я на шоссе. Будем, ребят, летать здесь. Отсюда будем смотреть красоту. Ребят, я теперь не знаю, как мне быть после увиденного, как мне теперь терпеть до ноября, чтобы не выложить этот ролик. Вы видели, эти какие-то турбины там крутятся? Вот отсюда ничего не видно, а сверху все видно. Что это такое, интересно? Я вам заодно и закат буду показывать, и заодно буду свои догадки. Это, наверное, что-то с водой связано, очистные сооружения. Что это такое, интересно? Конечно, я буду терпеть, не буду выкладывать его. Но это прям хочу я с вами этим тоже поделиться. Ну, в ноябре будет еще интереснее. Мы с вами бурно в комментариях все пообсуждаем. Буду вам сейчас показывать еще этот закат наш. Сегодняшний красивый закат. Всю дорогу, пока буду идти до Семииза. Ну, мне тут уже чуть-чуть до Семииза осталось. Тут есть тропинка, но, ну, не знаю, может, я опять куда-нибудь попрусь. Вот. Поэтому пойду я поверху лучше, по проверенной дороге. Вот тут есть такая вот пешеходная дорожка, отбойники новые, так что... А с парка я хотел пускать вот отсюда, с моста. Тут же тоже такой, как мостик. Ну, я в зимнем ролике показывал, что южнобережное шоссе – это все-таки мосточки, что выравнивали дорогу. И вот это не исключение. Вот если посмотрели бы вы мой ролик из Залупки в Семииз пешком, я здесь зимой на дроне летал. Вот это вот, короче, вот это все построено. А, и я даже туда спускался, по-моему, показывал вам. Вот эти тоже кипарисы, да, откуда тут взялись, прям такими полянками. Там вон что-то, горная речушка течет. И кипарисики. А вон, кстати, видите, стена такая конкретная. Это что-то такое охраняемое. То, что мы сейчас видели с вами. Что-то, ребята, это то, что очень тщательно охраняет. Так что, вон, что мы с вами еще увидели. Горы, горы.
Тут бы, конечно, тоже погулять. Теперь мне хочется тут погулять. Вот она, стена эта. Ее отсюда видно. Тут официально заканчивается Алупка. Начинается Семииз. Ну-ка, мы сейчас с вами сходим туда, посмотрим. Там вон какая-то будочка есть. И видите, тут шлагбаум стоит. Видно ли что-то сверху связано с этими? Я не знаю, как это назвать. Какие-то турбины, что ли? На турбины, да, похоже? Они как будто воду вот так вот мешают. Так, ну тут вот все заросшее. Все заросло. Все заросло. Так. Так, так, так. Так, так, так. Камешек. И приехать, занять вот этот дом без света, без ничего. И жить. С пауэрбанками. Пауэрбанки куда-нибудь на ночь отдавать, заряжаться. Хитрожопый, да, какой я? Представляете, как она летом такая избушечка накаливается. Так, а вот я, кажется, тоже вижу забор. И вот тоже ларечек какой-то. А тут вот прям бурьян, бурьян, бурьян. Прям бурьян. Нет, ребят, я туда не проберусь. Это колючая эта ягода, у меня такое ощущение, как она называется, это красная, которая в черную превращается. И туда я не подберусь, чтобы посмотреть. А забор вот отсюда, похоже, идет туда. Вот видите, прям красная каменная кладка. И там вам не было видно, а мне было видно, что там тоже такой забор. Ну-ка, вот если по забору пойти, кстати, о птичках. Тут вон тоже есть дорожки, можно сюда, в принципе-то, пройти. Но мы сейчас пойдем вот по этому каменистому заборчику и посмотрим, что там скрывается. Видите, вон, я думал, это крашеный забор, а он из красных камней просто. Так, вот оно, это здание огромное, которое мы видели со спарка. И эти кипарисики, похоже, у них растут. Ну, можно спокойно сюда зайти, ребят, в общем. Наверное, я завтра сюда вернусь, погуляем мы здесь. А что там такое? Видите, здесь конкретный ров прям. Конкретный ров такой разделяет эту территорию. И вон там, получается, эти турбины огромные. Ну, вот опять же, вон, видите, какие-то избушки как будто частные. Высота тут, кстати, нехилая. Что я хочу сказать? Мне осталось четверг, пятница, субботу, воскресенье. В воскресенье будет фестиваль красок. Если я про него не забуду, то вы его уже посмотрели. Если я не забуду про него, говорю, то вы уже посмотрели. А так-то вечером надо собраться, так же, как сейчас. Мне сейчас вообще комфортно гулять. Вообще гулял бы и гулял. Жара спала. В этом году вообще не было такой жары термоядерной. Смотрите, чем обвита стена. Я думаю, стена раньше была прям, наверное, до дороги. Я не знаю. Вот как-то она, видите, тут резко заканчивается. Слушайте, или же тут это. Или же тут кто-то сидел в этой избушке. И так, опять я от темы отошел. Говорю, такой адской жары прям не было. В прошлом году, в 17-м, в середине июля, началась адская жара. Я ездил часто в Симферополь за знакомыми. Часто был в Симферополе. И эту адскую жару я в машине на колесах. У меня, наверное, поэтому машина та и Kia. Я долбанул ее на моем любимом месте. Блин, как это место-то называется? Вот, ребят, тропинка отсюда. Видите, туда идет вниз. Я ее на Тарханкуте машину долбанул редуктором. Ну, что у меня было? Ну, еще, конечно же, я ее изнасиловал этими поездками в аэропорт. Много знакомых приезжало, ездил, их встречал. И вот была такая адская жара. Это вообще, я даже не хочу ее вспоминать, ту жару. Все, ребятки, подходим к нашему любимому Семиизу. Добро пожаловать, Семииз. Пешком я не ходил еще летом здесь, только на машине ездил. Думал я взлететь у этой вывески, чтобы вам со спарка ее показать, но
Нет, думаю, пойду я лучше там чуть-чуть сверну на Виноградники и там взлечу. Слушайте, а вот я вижу, здесь вот есть просветы. Интересно, отсюда видно эти турбины? Тоже ни черта не видно. А они же ведь есть. Они же ведь там. Странно. Меня ж не могло глюк. Вон, нет. Нет, это не они. Кстати, я думаю, что вы, наверное, тот ролик не видели, и потому что я туда не пойду гулять. Я думаю, что это охраняемые объекты, там просто так нельзя гулять. Ах, вот они, эти бассейны, просто их очень плохо отсюда видно. Все, понял я. Бассейны, говорю. В общем, все, ребят. И там можно, конечно, погулять, но я думаю, не стоит. По крайней мере, в этом году. Хотя в этом году, наоборот, надо гулять, пока все не позакрывали. В общем, я весь, не знаю, я весь в сомнениях. Посмотрели вы этот ролик, в итоге не посмотрели. Не знаю, пойду я туда, не пойду. Все, ребят, сейчас я вот здесь вот. Здесь где-то есть такая полянка прикольная. Вот даже с этой полянки можно взлететь. Сейчас я вам еще покажу СМИС. Отсюда я уже поближе подошел. Ой, мы как раз еще раз с вами с этой точки посмотрим на эти фиговины. Правда, у меня батарейка чуть-чуть осталась. Я сильно далеко и высоко отлетать не буду, но чуть-чуть полетаем. Суперская полянка. Суперская полянка! Ребята, ну, в общем, вы все сами видели. Видели это, что они вот тут прям крутятся, вертятся. Что это? Моя не понимать. Я, конечно, сейчас приду, буду гуглить, и уже будет моя понимать, но пока моя не понимать. Я понимаю, что это что-то связано, наверное, с очисткой воды. Вот, все, ребят, я уже дошел до СМИИЗа. Батарейка у меня села предательски. Не села, потому что я же снял два ролика. И на два ролика полетал. Сейчас подойду к виноградникам, вам еще виноградники покажу. И вы видели, хотя уже со спарка. Ну и отсюда тоже посмотрите. Ой, какие красавцы, смотрите, их прорядили. Я имею в виду не прорядили, а пропололи, проехались. Такая красота, ребятки. Все. 23 ноября. Надеюсь, я ваш вечер, день, у кого как. Не знаю, во сколько я его выложу. Хоть немножко согрел этим летним деньком из прошлого. Тут вон есть такая еще тропинка вниз. Наверное, прям к самому винограднику можно спуститься. Ой, вот смотрите, кошку. Прям уже скоро домой уезжать. Прям сердце коровье обливается, как не хочется ей возвращаться в Питер. И хочется, и не хочется. Честно говоря, и уже хотелось бы вернуться, и не хотелось бы. Такое двоякое какое-то чувство. Ребят, ну все. Спасибо, что посмотрели этот ролик.
Я согрел, надеюсь, ваше 23 ноября. Подписывайтесь, если кто-то до сих пор смотрит меня без подписки. Лайкайте видео, делитесь им в соцсетях. Буду вам благодарен за это. Все, я с вами на этом прощаюсь. С приветом из летнего Крыма, Семииза, Алупки. С вами был Игнат. Пока-пока!